камера видеонаблюдения с AliExpress. На этот раз мини-вариант. Показывал я вам в большой распаковке, где распаковывал много посылок. Wi-Fi камера следит за людьми. Аудио, поддержка карт памяти. То есть все на упаковке прописано. Идет в комплекте с таким вот блоком питания. Кстати, неплохой блок питания комплектуют. Давно я их не встречал. И с длинным кабелем. Скорее всего, кабель около, наверное, 2-3 метров. И это хорошо. То есть не понадобится тебе... Да, 1.3 метра. Не понадобится тебе к этой камере удлинитель. Почему такой длинный кабель с блоком питания, сейчас вы уже сразу и поймете. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Смотрите, какая камера. Я просто второй раз ее уже достаю. Первый раз удивлялся я сильно ее размером. Вы посмотрите, это какой-то мне напоминает, как воробей какой-то. Я достаю воробья. Вот почему-то мне кажется, как цыпленок какой-то, как яйцо цыпленок. Магазин, вот он, название его на AliExpress, там сигнализациями он торгует, очень много датчиков различных. Зайдите, посмотрите по моей ссылке в описании, я оставляю, потому что реально цены классные и товары довольно-таки неплохие. Инструкция, крепление и кронштейн. Посмотрите, какой кронштейн. То есть ты его закрепил вот вместе, где там на стене тебе нужно. И камеру просто взял и накинул до защелкивания. Так, давайте ж проверим. Так, а до защелкивания вот так. Ага. Вот видите, защелки вверху идут две. И получается, что раз. Сейчас я ее защелкивать не буду. Потому что как их потом расщелкнуть? А, ну вот отсюда можно. И все, камера фиксируется. Вот. Да, или отсюда. Вот, капитально. И нету никакого люфта. Все, и прикручено, прикинь. Вообще я в шоке. Так, а как же снять, чтобы по-быстрому... Ну да, их надо утапливать. То есть, как бы, наверное, быстро снять не получится. Но нужно их утопить, понятно, и вниз. То есть, камеру вверх. Такой вот вариант. Камера поворотная, посмотри. Она как обычная купольная поворотка, вот как привыкли видеть, большие. Ну, для нас уже они как бы маленькие были. Но сейчас, когда я увидел эту камеру, для меня уже те камеры большие получаются. Потому что эта камера как пол ладони. Вот, если та так, как ладонь была, это как пол ладони. И она Wi-Fi, чисто Wi-Fi, без возможности подключения по кабелю. И поэтому отсюда у нас и выходит надобность в длинном кабеле питания. И здесь он также не короткий, смотрите, от камеры. От камеры идет 1.5 метра. И здесь у нас получается, наверное, 2-3 метра. Поточнее можно почитать на странице продавца. Ну, больше 2 метров. И вот тебе вот такой уже длинный вариант. И для многих это будет решением, когда не нужно тебе или самому делать удлинитель для питания на камеру, или же докупать что-то. Вот оно у тебя тут все есть. Вот так вот. Камера с приложением Tuya. Для многих также важно, потому что у многих стоит приложение Tuya, и это, по сути, умный дом. Туда и сигнализации подключаются, датчики различные. Я вам показывал классное приложение, работающее. Есть одиночные датчики дыма, Wi-Fi. Просто один датчик Wi-Fi, который будет тебе присылать уведомления. Или ты заходишь и смотришь, контролируешь его работу. И также герконы на двери, на окна. Или же в куче все может работать. И также вот в этой куче будет и работать Wi-Fi камера. Карта памяти приходит вот так вот. Заказал ты карту памяти в зависимости от стоимости. То есть от объема она будет стоить, и комплект увеличивается на стоимость карты памяти. Можешь свою, даже в случае чего, свою карту памяти поставить. И желательно, чтобы адекватно писалось видео, не меньше 10 класса по скорости там указано. Так, вот десяточка стоит на 32 гигабайта. Так, давайте посмотрим, где вот тут. Все вроде бы адекватно. И устанавливаем, как обычно,
контактами. Кстати, показано, как ее устанавливать. Вот так вот, да. И кнопка сброса к заводским установкам. Если вдруг камера глючить начала или забыл пароль, сбросил ее и переустановил. Вот такой вот воробей-птенец. Включаю блок питания в розетку. Ого! Индикация есть. Будет и, видите, яркий. Ничего себе, малая такая, а так ярко светит. Тестируется камера. Сейчас, наверное, будет вращаться. И музыкальные, может, какие-то голосовые. Ого, ничего себе, так она еще супер шустрая. Ну, реально воробей. Камера воробей. 5-мегапиксельный вариант, видите, написано. Ну, и объектив 3,6 мм, скорее всего. Вот так вот летает она. Полетала. Динамик есть, микрофон есть, все есть. Полноценная IP-камера, современная, со всеми возможностями. Современной IP-камеры. Туя. Туя Smart. Приложение. Список устройств вот такой вот будет. Смотрите, входная дверь, смарт-камера, добавленная уже, но она уже продана не в сети. Или же есть. Есть у меня большая поворотка еще, кому надо, по Туя. Есть у меня камеры по Туя. И вот чердак, дым, спальня, дым, то есть все эти моменты. Немного у меня с этих устройств. Также есть входные замки на двери с отпечатком пальца. Закажу я скоро, покажу вам, самому интересно, именно под Туя. Жму плюс, добавить устройство. Здесь куча устройств у нас, поэтому заходим в нашем случае. Камера и замок. Smart Wi-Fi камера. Есть 4G варианты, индикатор. Подтверждай, мигает или не мигает. У нас ничего не мигает, но все равно мы подтвердим. Здесь роутер и пароль доступа до Wi-Fi роутера. Обязательно прописываешь, выбираешь. Если другой роутер, то в списке устройств можно выбрать. Жму далее и показываю QR-код камере. Вот. Все произошло очень быстро, поэтому вдруг камера не добавляется. Сбросили ее к заводу, не выключаем питание. Камера перезагрузится и процесс пойдет добавление. Камера онлайн, говорит. В списке устройств у нас появилась камера К268 5 мегапикселей. Захожу я на нее и получаю с нее картинку со звуком. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Эхо, потому что два устройства рядом. Будет удалена камера, эхо не будет. Повороты, все дела, все работает. Вот так вот можно просматривать. Ну все, выносить на камеру на улицу, устанавливать. И уже будем смотреть, что она может. И как с нее картинка. Вот управление, ну шустрая, очень шустрая. Туевские камеры. Очень шустро работают даже вот такие вот бюджетные варианты. Так как камера Wi-Fi, многих будет интересовать усилитель сигнала или ретранслятор в месте установки камеры, чтобы усилить там сигнал. Вот такой вот есть именно полностью уличный вариант ретранслятора. Показывал я вам большой видеообзор на канале. Можно Wi-Fi мост сделать из него, если два будет устройства. То есть переносить беспроводным путем сигнал Wi-Fi на расстоянии там до километра. Есть разные моменты. Поэтому ссылку я оставляю на это устройство, на большой видеообзор. Работает по POE, блок питания, кабель от роутера, и кабель пошел на устройство 24 вольта POE. Поэтому такое устройство, и то, что ты можешь его рядом с камерой повесить, и он будет раздавать Wi-Fi, и кажется, до 10 устройств ты можешь к нему подключать. Ссылку на большой видеообзор оставляю в комментариях, в закрепленном. Если вдруг не оставил, пиши, обязательно оставлю. Список устройств. Захожу на камеру. Быстрое открытие. Можно посмотреть в настройках качество сигнала в месте установки камеры, качество сигнала Wi-Fi, то есть соединение ее с роутером. Смотрите, угол, я сказал 3,6 мм, скорее всего 2,8 установлен объектив, потому что угол широченный. Классный широкий угол, картинка очень таки качественная. Не скажу, что цвета, вот как бы есть немного увод, наверное, в розовый, но это, ну, глазу как бы обычного пользователя незаметно. Детализация хорошая, хорошая детализация, камера очень шустрая, работает просто шустро. То есть и вниз можно посмотреть, если нужно, полностью под себя.
и вверх на какой-то, угол она, вот, даже небо видит. Отлично. Управление. Плюс какой, что эта камера, вот, ну, управляемая. Ты зашел, она маленькая, ее незаметно. И крутишь, вертишь в любую сторону, куда нужно, оставил. За той территорией камера и будет следить. Супер. С этим делом все хорошо. Далее значки по звуку. По звуку включаю. Обычное качество микрофона. Автомобили проезжают, шум улицы. То есть вообще без вопросов. Ветер, ветрозащиты нету. Ну как у всех камер видеонаблюдения. Все это работает нормально. Вот так можно посмотреть. Резкое приближение с потерей качества. Тут нету оптического зума. Здесь цифра. Возможности приложения. И вот так взял, просмотрел. Ну это можно резко сделать, а можно и плавно. Самому вот так взять. Насколько нужно растянуть картинку, возможности приложения. Также неплохо можно посмотреть, какой-то предмет там увеличить, приблизить, посмотреть. Скрытые значки. Быстрые те значки, которые нужно. Включение-выключение функций. Воспроизведение. На карту памяти заход. Галерея. То, что ты сохранишь. С карты памяти зашел, там сохранил. Будет цвет темы поменять. Темный режим. Или же режим светлый, какой тебе удобно. Частный режим, выключить камеру резко, если нужно включить камеру. Ну, есть такая возможность, вдруг кто-то из-за спины у тебя подсматривает, ты раз, выключил ее. Ночной режим, умный, по движению будет включать белый свет, инфракрасный оставить незаметно, не будет включать белые светодиоды. И режим цветного освещения, постоянно с белыми светодиодами ночью. Отслеживание движения. Есть вариант включить слежение. Вот одной клавишей включил. И за кем она следить будет, ну посмотрим. Сейчас за машинами вроде не следит. Обнаружение движения. Также есть возможность включить одним кликом. Свет. Также ты можешь включить белые светодиоды также и днем. Или же ночью. Ну то есть вручную. Вот включил, и они сейчас будут гореть. Или расчет в, имеется в виду, поставить по расписанию включения белых светодиодов. То есть они сами будут, когда ты поставишь, включаться, выключаться через какое-то время. То есть эффект присутствия дома хозяина или на территории. Прожектор, который работает по расписанию. Также ты можешь это сделать. Очень удобно и полезно. Изменить, ну, изменить имя камере, там, картинку ей присвоить можно на рабочий стол. Дальше, что у нас здесь полезного? В общем-то, все, значки можно скрыть. Эти скрыл вот так вот, или открыл. Направление. Можешь джойстик вызвать так и управлять камерой отсюда. Так, следим за машиной. Да. Движение, слежение за всеми движениями. Monitor Detections приходит. Ну, вы видите, за ветками такого вроде бы нет. Ну, и ветра нету особого. Отследила. Сейчас посмотрим возврат назад. То есть, за автомобилями также будет следить. И слежение в двух плоскостях. Видел я, она чуть-чуть приподнялась, опустилась. То есть, все эти моменты работают. Ну, камеры Туя, они вот так именно по слежению работают. Есть, которые в одной плоскости следят, есть в двух плоскостях. Так, пока суть до дела. Сделать фотографию в альбом, посмотреть альбом, в галерее сохранилось. Или включить видеозапись. На папку смартфона записывается. Это не на карту памяти, а на папку смартфона. На карту памяти, сейчас зайдем в настройки, посмотришь. Вот записал, все. Посмотреть в альбоме можно сразу кликнуть. Вот альбом. Тут запись и тут фото. Фото сделал ты и сразу можешь рассматривать ее в подробностях. Запись сделал ты, и также ты можешь ее воспроизвести, поделиться с кем-то тут же или удалить. И сохранить в папку смартфона также уже можешь отсюда. Очень удобно. Вернулась назад. Через какое-то время вернулась назад. Давайте в настройки залетаем. Три точечки.
информация об устройстве, там и ID-номер ее будет, и качество сигнала Wi-Fi, как я тебе говорил, вместе установки камеры показывает. Так, это у меня ворота мои показывают, что устройство в онлайне. Ворота у меня также на пульте и могут автоматически открываться. Кому интересно, есть видео по воротам у меня управляемым умным. Мгновенный сценарий автоматизации, это по приложению, тут ты можешь задавать, там открылась дверь и подтягивается включение камеры. Геркон зовет камеру, камера включается, у тебя приходит уведомление, и открываешь, камера показывает дверь, если ты ее направил на дверь. Режим конфиденциальности, понятно, основной набор функций. Поворот изображения, вдруг камера кверх ногами, отображение временным водяным знаком, можно время убрать, с дата время с картинки. Режим разговора. Двухстороннее аудио, вы и ваш собеседник можете говорить одновременно. То есть, если хочешь переговариваться в камеру, так, что-то проехало, человек пошел. Смотрим по человеку. Пошел человек, проследила. Недалеко. Почему недалеко? Потому что широкоугольный объектив установлен на камеру. Ну, хватает этого всего. Проследила и оставила. Сейчас какое-то время еще смотрит в это, в то место. И поворачивается назад. Ну, картинка очень сочная, качественная картинка. Именно детализация, резкая картинка. Не так сказать, что пересочная, там цвета сильно насыщенные, нету такого. А именно резкая, не мутная. Это классно. Вот видно, если присматриваться по всем моментам. Ну и реалистичная картинка. Все. Время задержки, кажется, после слежения не регулируется, все в автомате работает. Далее, режим ночного видения. Там можно было выбирать в быстрых значках. Также и здесь настройка оповещения при обнаружении. На смартфон приходит, отслеживание движения включено, стоит. Это я там включил одним кликом. И чувствительность, кстати. Давайте среднюю поставим и посмотрим. Здесь нужно выбирать, чтобы не, если рядом где-то ветки шевелятся, то есть вот этой чувствительностью. По графику работы можешь поставить, задать график, когда ей работать по отслеживанию, когда не работать. Настройки хранилища, карта памяти, форматировать, использовано 0.04, переключить запись на карту. О, а как же пишется? То есть вот включение запись на карту памяти. Режим записи, запись событий или же постоянку, выбираешь уже, или же по графику писать. Включить обязательно запись на карту здесь. Скорее всего, у меня на карте что-то было, когда я установил там, поэтому занято немного. Уведомления в телефоне, по SMS, SMS-уведомления, то есть можно, наверное, как-то настроить. Ну, для меня хватает в приложении. Обратная связь, общий доступ к устройствам, поделиться можно с другим, там, с членами семьи этой камерой, на их смартфоне также будет она. И нету доступных уведомлений о обновлении. Обновление авто можно включить, но лучше в присутствии тебя обновлять, чтобы питание не пропадало и адекватно стало обновление. Удалить устройство, также если хочешь с кем-то поделиться, удалил, она сбрасывается к заводу, к заводским установкам, и человек ее перепривязывает. Картинка на хорошем уровне, я вот так даже можно взять, без полей сделать, да, протягивать, просматривать. Неплохо. А, и, кстати, свайпом также можно управлять. Вот она по слежению и переключается в цвет. Видите, включила свои белые LED-светодиоды и светит. За светом фар будет гоняться ночью. Поэтому вариант здесь как бы включать в ночное время слежение, ну вообще не вариант. Какой огромный плюс угол? Вот угол широченный у этой камеры. Вот ее свет от ее светодиодов. Также хорошо светит. Вот так откроем. Вот черно-белый вариант. Вызвать можно джойстик, поднять. Ночная картинка, ну без проблем, сейчас уже камеры любые, в общем-то, редко встретишь камеру, чтобы проблема была с ночной картинкой. Так, сейчас посмотрим, вот она должна увидеть объекты, да. Переключилась в цвет и включила белые LED-светодиоды. Ну, упустила людей, скорее всего, вот именно вот эта засветка ей помешала. Засветилась она и уходит экспозиция.
то есть затемняется камера, переход в черно-белый режим. Ну, я вам скажу, что угол, вот что мне нравится, я такого широкого угла не видел, у нее угол реально широкий, вроде бы не необычный какой-то объектив стоит, не 1,7, вроде бы и 2,8 где-то, а похож он и на 3,6, но угол просто широченный. С этой камеры, вот кому нужен широкий угол, чтобы камера с небольшой высоты, но много захватывала, это именно ваш вариант. Ну и с хорошей картинкой. Короче, в ночном режиме, ну это все, ну как бы вот видите, если будет немного движений, немного транспорта, то камера будет работать адекватно. Если оживленная улица, много людей, много машин, днем она еще как-то может справляться, но видите, она даже... На свет реагирует от фар. Поэтому лучше вот это баловство вечером выключать, просто заходить. Функции отслеживания выключил. И все. Камера на движение будет срабатывать, включать, выключать светодиоды, присылать тебе сообщение. Ночной режим вот можем мы поставить в инфракрасный. И она не будет переходить в цвет, включать белые светодиоды. Все вот здесь на месте. Ты можешь... делать, не надо заходить глубоко в меню. Приложение довольно-таки хорошо реализовано. Вот сейчас автомобиль едет, камера не будет переходить в цвет. Вот все, остается незаметной. Но свет, как я вам говорил, ты можешь включить, пришло сообщение с небольшой задержкой, но приходит по движению, автомобиль проехал, есть. И включить вот свет можешь принудительно. Сейчас свет включен. Белые LED-светодиоды загорелись. Можно выключить. Можно, как я говорил, по расписанию. Такой вот вариант камеры. У кого приложение Туя, то ну, стоит брать, потому что ну, как бы у вас, наверное, и вариантов нету. К Туя что-то подобрать. Только Туя камеры. У кого видеорегистратор Туя, то тоже вот эту камеру стоит брать, потому что, ну, к Туя, наверное, по OnViv, я не знаю, привязывается что-то или нет. Кстати, эта камера к XMI-скому видеорегистратору не привязывается. У нее OnViv протокола нету, я так понял, но видеорегистратор ее в домашней сети не нашел никак. А вот туевские видеорегистраторы, понятно, что будут все это дело находить. Ну, а вот смотрите, ну, довольно так понятно, что не разберешь ты черты лица человека, но, смотрите, ночная картинка довольно-таки неплохая. Уведомления приходят. Можно приблизить и, ну, просто видеть, что люди идут. Кому нужна камера в Украине, вот эта вот по цене AliExpress, я дам тебе ее. Пиши в личку, пиши в Telegram. Telegram я с вами общаюсь по этому поводу. Ссылку на чат в Telegram, на Telegram-канал оставляю в комментариях, в закрепленном комментарии. Заходи, подписывайся, потому что в дороге много чего интересного. И большинство товаров после обзоров я вам продаю по цене AliExpress в Украине. На TikTok подпишись, там видео-анонсы. Всем удачи, до следующих видео.